Работа нон-стоп, фасовка продуктовых наборов, адресная помощь жителям. Прежде всего тем, кто оказался в группе риска. И это в свободное от учебы время. Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» признаются, риск заболеть коронавирусом отошел на второй план. Хотелось помочь тем, кто в этом нуждался. Доставляли продукты, доставляли медицинскую помощь, естественно, оказывали адресную помощь, продукты. Ну, работали ежедневно, все ребята. Ну, учащиеся, естественно, как бы в этот период были свободны, но почти каждый изъявил желание. Награды нашли героев, благодарственные письма и дипломы за неоценимый вклад в реализацию молодежной политики в Московской области вручили самым активным одинцовским молодогвардейцам. Волонтеры у нас были, привозили наборы, помогали ветеранам с лекарствами, отвечали на вопросы в колл-центры различные, интересовались, прямо звонили нашим товарищам. То есть всеобъемлющее влияние молодогвардейцев. Мы это ощущали. Церемония награждения прошла торжественно, но в компьютерном клубе. Не потому, что молодежь здесь чувствует себя увереннее. Возможность поиграть в любимые игры с друзьями – приятный бонус к благодарственным письмам. Это что-то новенькое и, как по мне, идея очень хорошая, необычная. Нам будет очень приятно получить такой подарок. А после отдыха снова в бой. И хотя вторая волна пандемии пошла на спад, дел у волонтеров много. Ведь именно они работают в колл-центрах и отвечают на вопросы жителей, связанные с вакцинацией от COVID-19. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».